Якутские предприниматели совместно с учеными Академии наук представили уникальную мусоросжигающую установку. Новое оборудование способно переработать не только бытовые отходы, но и медицинские, промышленные и прочие. Немаловажно, что без вреда для окружающей среды. К тому же образовавшаяся зола может быть использована, к примеру, в качестве компонентов для стройматериалов и для удобрения зелени. Как заверяют авторы, чтобы полностью решить проблему мусора в столице республики, достаточно 15 таких установок. Также они могут с успехом использоваться в районах Якутии, где средств на разработку мусорных полигонов не хватает. Куда же все-таки выбросы деваются? Тяжелые металлы, там диоксины, фурановые соединения и так далее. Это все сжигается за счет особого типа и способа горения самой установки. Тестировали ее, значит, в Саратовской области, значит, в Бурятии, на Байкале, да, в заповедной зоне, в Якутии, значит, в Волгограде, значит, она работала у нас, да. Везде положительные заключения Центра гигиены и эпидемиологии, значит, в этих субъектах Российской Федерации.